14 октября 2021 год. Вот закончились с тестем, с Александром Николаевичем, пахать на зиму огород. Ау! Давай в тенек, а завтра дождь. Я буду еще грядки. Вот сюда давай в уголок поставлю. Вот так. Накроешь только, а то вроде как дождь обещает. И вот получается я о чем? Посмотрел Дмитрия Троцкого, а я был в 2013 году на его тренинге. Все, все, на его тренинге. И получается, что вот попахали мы сегодня, Александр Николаевич передавал опыт. И я говорю о чем? Задать себе вопрос, вроде как простой вопрос, зачем я живу? Особенно люди, кто тяжело болеет, нужно прям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Зачем мы живем? Зачем мы живем? И получается, ответив на этот вопрос, я сегодня впихнул невпихуемое. Так Дмитрий Троцкий сказал. Я думал, что это не литературное выражение, впихнуть невпихуемое. Но, говорит, пусть впихнуть невпихуемое денежки в ваш кошелек, в наш кошелек, да, в ваш кошелек, во все кошельки. Поэтому вот сегодня и ночь не поспал с коллегами, с Геленджика общался. Они мне вот все-таки 3 года назад несут про воду Лукиэла, да, там с разной компанией есть БАДы-чемпионы. И я этот сезон много работал на покосе. Смотрите мой YouTube-канал Стороженко Владимир, если что, звоните по телефону +7 924 123 24 44. Но свои БАДы есть, своей компании сетевой, да. Но сегодня как-то я просканировал, вот у меня ячмень вскочил на правой стороне, и я понял, что правая сторона тела от физического труда подвисает. Ну, на болевых-то я держусь, но мне человек, медик, рассказала, Галина Александровна, что ты давишь на свой мозг, на, как мазохист, да, но это все на мозг идет, это все, оно не безгранично. Потом, как ломовая лошадь, в один прекрасный момент упадешь. Поэтому я сегодня ее услышал и думаю, ну, раз она мне 3 года любовью своей, заботой доносила про БАДы, про свои, хотя у меня своя компания есть по БАДам, да, ну, думаю, значит, и у меня есть шанс, едем, Александр Николаевич, донести до своих знакомых возможность, надо оздоравливаться, друзья. Поэтому смотрите YouTube-канал, там я все расскажу. Тем более, это есть и маркетинг-план, и скидки. +7 924 123 24 44. Ну и еще скажу, сегодня вот едем провожать человека, 31 год в последний путь. А сегодня ночью смотрел, при включенном телевизоре общался с Геленджиком, да, Маркин Владимир Иванович. Умер, 64 года. Это тот, который отвечал за пропаганду Следственного комитета России, да, и показывали его фильм, да, просто прекраснейший человек. Сегодня по Ютубу скинули ребята, что ушел из жизни Сапсан Николай с Украины. Это великий коуч, который вот расширял пространство, делал людей вот грамотными, да, которые бы знали, вот как в школе нас обучали, там, математики, физики, там, алгебре, да, точно так же сейчас вот люди в Ютубе, там, в Инстаграме делятся накопленными знаниями ведов, там, которые сами улучшили все сферы своей жизни, да, все спицы колеса своей сферы жизни, да. Я вот крайнее время учусь, допустим, мне нравится их опыт, я совсем согласен. Вот Царство Небесное, уже получается, вечная добрая память Николаю Сапсан. Дай Бог здоровья. Вот сегодня вот я говорил вам и построил вот свой день на мотивации, которую получил и знания от Дмитрия Троцкого. Я его видел в 2013 году, был его на тренинге предназначения свое во Владивостоке. Я понял свое предназначение. Я учусь, вот сейчас открыл для себя, что-то сразу, как бы я его что-то не слышал. У него такой экстравагантный вид. Владимир Древс, да? Он такой в тату, в кепочке, ну просто вещи такие ценные, говорите, я с ним 100% согласен, особенно у него очень коротко все в Инстаграм, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 по полочкам, да, поэтому рекомендую. И вот еще мне все попадается, Дмитрий, Павел Дмитриев, по-моему, да, я не могу его найти, прямые ссылки, да, он только просто как в рекламе попадается мне, он на дорогом автомобиле едет, и немножко он говорит, что вы давно занимаетесь личностным ростом, все это ерунда, вот приходите ко мне, и я по своей методике вам объясню. Он очень жестко говорит, что, смотрите, я с ним согласен, значит, в 2000-е годы, в лихие 90-е, едем, Александр Николаевич, нам говорили, что вот, построй сеть, да, и не работай, да, и вроде как такой мотив, миф такой, да, что поработай, да, а потом не работай, почитай плоды, да. Друзья, это утопия. Получается, что действительно платят деньги за ценность. Только если мы несем людям ценность, только тогда мы получаем вознаграждение.
Поэтому вот вроде как одно и то же, но тут такая очень тонкая грань, вот надо настроить свой фокус, да. И вот тоже у Владимира Древса я увидел схему, визуализацию, да, он нарисовал. Вроде как мы все хотим вознаграждения, да, за свой труд, а надо на первое место поставить, что мы даем людям. Но это должно быть все эксклюзивно, качественно, да, значит, эксклюзивно, да, этого нигде не должно быть, да, и мы должны в этом деле быть лучшими, да, и получается лучший продукт, лучшая услуга, лучшее сопровождение, лучшее качество. Поэтому вот я еще услышал вот это у Павла Дмитриева, да, ну никак не могу найти его прямые тренинги, да. Ну все, если я вам чем-то буду полезен, просто я могу быть вашим проводником, вот с многими я лидерами знаком, 25 лет в сетевом маркетинге, сейчас вот занимаюсь еще физическим трудом, и я своим физическим трудом показываю, как можно вернуться, будучи вот с аутоиммунным заболеванием, к физическому труду. На моем YouTube-канале Стороженко Владимир я пропагандирую. Завтра мы едем на шишку, и вот каждый день дела, 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 дела. Опять же, выставив только фокус в голове, да, что мы, ну вот я хочу передать это все сам освоить достойно, да, и передать это детям, внукам, да. И с удовольствием принимаю это все от своих родителей, от своего тестя, от своей тещи, чтобы они тоже гордились нами и жили долго и счастливо, да. Потому что когда родители видят, что от них хороший плод, да, нормальные дети, да, конечно, им хочется тоже получать удовольствие от жизни и радоваться смеху детей, внуков, правнуков. Вот, помогай Бог. Смотрите мой YouTube-канал Стороженко Владимир. Если что, звоните по телефону +7 924 123 24 44. Думаю, что завтра, послезавтра, ну, будем в тайге, запишем видосы. Дай Бог, попадем на хорошие места, где есть шишка, дальневосточный кедровый орех. Помогай Бог. Сегодня хорошо мы поработали. Вот, дай Бог всем здоровья, чтобы дома был детский смех, родительская мудрость. Вот, перспектива во всех сферах жизни. Смотрите, духовных наставников. Действительно, вроде мы и взрослые люди, и жизнь знаем. Но действительно, очень интересно, ну, можно сфокусироваться и более легче достигать своих целей и задач.